Так, письмо. Письмо сильно разное. На Всеросе каждый год теперь пытаются придумывать новые форматы, но я об этом много раз говорила. У нас есть даже, по-моему, целое видео про то, как я это говорю. Не помню. Ну, видео в смысле вебинар. На Всеросе есть всего три формата райтинга. Все остальные форматы райтингов, они маскируются. Нет, наоборот, вот эти три формата, они маскируются под другие, хотя на самом деле они очень похожи. Вот. На перечневых тоже, как правило, есть какое-то ограниченное количество форматов, которые они как-то, возможно, немного меняют. На вышке, например, формат не меняется, на Ломоносове точно меняется, причем, по-моему, каждый год. Вот. Но тут, да, тут нужно смотреть отдельно каждый перечень в Олимпиаде. Райтинги важно писать дома, причем важно писать их на время. И вот здесь очень нужен какой-то наставник, коллега, который будет проверять, собственно, с этим вам можем мы помочь. На нашем курсе мы как раз-таки занимаемся написанием райтингов, потом мы их дружно проверяем. Вот, это здесь вот действительно самому тяжело, нужен какой-то свежий взгляд со стороны.